Следство их течений пустыни бесплодное возделал еси. Иже из глубины воздыханье во сто трудов уплодоносил еси. И был еси светильник вселенной, сияя чудесы Ефреме, Отче наш. Моли Христа Бога спастися душам нашим. Час пресно провидя суда, рыдал еси горько Ефреме, яко любо безмолвный. Делателен же был еси в делях учитель преподобне. Тем же очи всемирный, ленивые воздвизаешь их покаянию.